Сегодня мы проводим финальные игры Пермского завода по настольному теннису. В финал из трех групп вышли 6 команд. Это РВЦ, ОП, сервисный центр литейных цехов, сборная команда коробок передач и сцеплений, команда транспортного цеха и цеха блока цилиндров. В финальных играх встретятся команды и определится чемпион завода.
Все равно, что случилось.